Всем привет! С вами Саша. Давайте узнаем самые интересные новости. Хлебокот и Чебуёда. У нейросети Midjourney появилась потрясающая фича. Новая функция позволяет соединить два любых изображения. Мешает ровно 50 на 50. Цвета, композицию, детали персонажей. И в результате появляется абсолютно новый образ. Теперь нейросеть — бесконечное поле для экспериментов, и этот процесс уже не остановить. Люди принялись тестировать функцию, и подборки таких гибридов стали основой мемного тренда. Вот два моих любимых — это Хлебокот и Чебуёда. А как вам коллаб Томаса Шелби и Капитошки? Мы только перестали говорить о еноте, укравшем сладости, как появился новый воришка. Преступление века произошло в сочинском магазине. Кот спокойно пробрался в отдел для животных, убедился, что там никого нет, и выбрал самую большую коробку с кормом. Усатый схватил ее зубами и пошел на выход. Интересно, что коробка и питомец примерно одинакового размера. Животное не осталось незамеченным. Воришку пыталась остановить продавец, но кот был быстрее нее. Что ж, шалость удалась. Проголосовать за интернет без интернета. Жители отдаленных сел Якутии не смогли проголосовать за проведение интернета в их районе из-за его отсутствия. Какой-то замкнутый круг. Сами жители говорят, что интернета в их поселении никогда и не было, а мобильная связь ловит только с березы. Для них был предложен альтернативный вариант голосования – отправить письмо по почте. Но и здесь мимо. В селе почтовое отделение отсутствует. Из-за этого местные жители не могут ни отправить заявку на сайте, ни письмо. Придется придумывать альтернативу альтернативе. Жуй жука. Ученые из Томского университета предложили есть жуков и слизней вместо мяса. Они установили, что их пищевая ценность превосходит показатели свинины и говядины. Сначала они заменяют мат на название жуков, а теперь хотят заменять жуками и мясо. Спасибо, но нет. По словам ученых, поедание насекомых скоро станет новым трендом, особенно у тех, кто придерживается здорового образа жизни, так как в жуках есть куча витаминов и микроэлементов. Осталось только понять, кто же все-таки полезней – жуки или слизни. На этом все. Заходите на наш сайт, у нас там много всего интересного. Всем пока!